Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Усім вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube платформа 24 каналу. Сьогодні 28 вересня, п'ятниця, і ми розпочинаємо наше традиційне зведення з військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Ура, слава, бажаю здоров'я. Ну що ж, бачимо, розпочався черговий такий каскад атак з повітря по Україні. Цього разу, пане Романе, якщо я не помиляюся, ви мене виправите, Росія застосувала безпрецедентну кількість безпілотників, які летіли в Україну. 44 шахеда були випущені з миса Чауда і з примостка Ахтарська. Із 44-х 34 були збиті, і в течені суток ще були збиті 6 безпілотників російських розвідників. В основному за цими безпілотниками йдуть розвідники, які определяют маршруты, безопасные маршруты прохода, опасные маршруты расположения наших сил, средств обороны, зенитно-ракетных комплексов, пусковых установок. Вот 6 беспилотников типа «Зала» были тоже уничтожены. 10 беспилотников, 10 шахедов прошло, выполнило свою задачу. То есть были поражены те объекты, куда они двигались. По крайней мере. Потому как бы нехорошо работала наша система ПВО, но тем не менее 100% мы точно не закрываем. Не забывайте о действиях при сигналах воздушной тревоги. И шахеды это не намного меньшее зло, чем ракеты или баллистика, или крылатые ракеты, или баллистика. Потому шахед тоже все-таки 40 килограмм взрывчатки принести может очень много вреда. Это продолжение, это не то, что там новое, это продолжение атак россиян. Они отправляли 20, 30, вот сейчас 40, вернее больше 40 шахедов. Будут пытаться увеличивать объем и количество шахедов. Новое направление, основные направления, это юго-запад нашей страны. Но, тем не менее, несколько волн шахедов шло и в центр. Просто есть механизм, возможность их пресекать. Было выполнено больше 20 самолетовылетов на уничтожение шахедов. То есть авиация привлечена, полностью привлечена авиация для выполнения этих задач. Просто ночью, когда шахеды идут, летчикам очень сложно их вычислять. Выход на шахед осуществляет офицер боевого управления, вывод летчика на эти беспилотники. А это в ночных условиях очень сложно, а так как у нас авионики нет такой, которая могла бы видеть, то есть локаторы старых советских самолетов на фоне земли шахеды не видят, потому только визуальный контроль, а это в ночных условиях очень сложно и опасно для летного состава. Но, тем не менее, 20 самолетов вылетов было сделано. Потом авиация тоже полностью подключается. А, до речі, про авіацію, якщо ми говоримо, пане Романе, ми раніше вже з вами згадували, що спочатку Данія нам сказала, що передасть спочатку 6 F-16. І от вчора стало відомо, що Нідерланди готові вже передавати на початку 2024 року першу партію F-16 за програмою. Данія, Норвегія, Нідерланди, одна програма від Сполучених Штатів Америки, надходять F-35, вони віддають нам F-16. Скажіть, будь ласка, чи ми можемо використовувати F-16 проти шахедів? Чи це трішки по цене не варте того? Нет, вот F-16 как раз очень хорошо будут использоваться против шахедов. Там локаторы стоят, они очень их на фоне земли видят. Сам по себе локатор с системой зачистки от помех от земли, то есть видит шахед с помощью, даже ракеты могут не использовать, с помощью пушки вопросы решает. Ну и ракеты М9, 7, по большому счету, их тоже, они дешевые, с одной стороны, и можно будет и ракетами добивать. Хотя реально летчик на F-16 с пушки, он видит его очень хорошо, и с пушки отминусует. Сейчас те новые шахеды, которые, ну, по крайней мере, уже были анонсированы с новым двигателем, с турбореактивным, с турбиной так называемой. И вот это тоже очень хорошая
цель и для F-16 в том числе, то есть и для ракеты. Ракеты с тепловыми головками, но с инфракрасными головками самонаведения, они очень хорошо будут брать эти шахеды, так как двигатель турбореактивный, у него большой тепловой след. И, естественно, хорошо виден и на экране локатора, и ракета его хорошо затеплит. Ще поговоримо про фронт, тому що у нас є серйозні просування, не серйозні, а вагомі просування, але, пане Романе, ще про допомогу наших партнерів. Вчора ми також з вами згадували, що Болгарія нам передає комплекс С-300 і боєприпаси. І зараз стало відомо, що ці комплекси С-300 парламент Болгарії передає Україні, тому що вони несправні, а вони кажуть, що в Україні ми їх зможемо поремонтувати, в Болгарії їх зремонтувати не можуть. Це нормальний стан справ, коли нам наші союзники передають несправну зброю, яку ми можемо зремонтувати? Ну, большинство того вооружения, которое, допустим, нам передают в неисправном состоянии, нам оно важно, нужно, нам не хватает запчастей. Они идут как доноры, то есть для того, чтобы отремонтировать те комплексы, которые у нас уже есть. Потому, исходя из запчастей, которые есть у нас, и, можно сказать, запчастей, которые передаются нашими партнерами, они считают это вроде как неисправностью, но это запчасти, в конце концов. Из двух, допустим, неисправных или вышедших из строя комплексов можно сделать два, восстанавливая один и другой, или там третий, который может пойти на восстановление первых двух. Потому это очень важно, нужно, и вот такие комплексы надо собирать в любом состоянии. Они нам будут очень важны, так как сейчас производства, а тем более старых советских комплексов уже нет. А эти донорские комплексы, ну, можно сказать, как новое производство. И некоторые, и те же ракеты, они же одноразовые. То есть ее надо просто довести до ума, собрать даже из двух ракет, собрать одну. Но эта одна ракета выполнит боевую задачу. Про допомогу партнерів росіянам. Інститут вивчення війни повідомляє наступне, що в жовтні Російська Федерація може домовитися з Іраном про передачу ракети «Фатех-110» і інших зразків. Наскільки я розумію, це балістика радіусу дії 300-600 кілометрів. Пане Романе, наскільки це реально і наскільки це загрозливо для фронту в Україні? Две ракеты, которые, по крайней мере, есть в информационном пространстве, о которых мечтает Россия, это «Фатехи» и «Зальфагары». 300 и где-то, да, под 700 километров, в районе полутонны боеприпас. В принципе, ракета примерно такого же уровня, как и «Искандер». Она, правда, в достаточном количестве урана есть. 18 октября, по-моему, истекает срок запрета резолюции ООН на продажу этих ракет по Ирану. Была в свое время наложена резолюция, и иранцы, согласно нее, до 18 октября эти ракеты не продавали. С 18 октября либо будет вновь наложена эта резолюция, или принята резолюция ООН по запрету Ирану торговли вооружениями, либо иранцы действительно могут начать договариваться с россиянами по поводу продажи этих ракет. Но я думаю, к этому времени уже будет принято решение по введению на Иран, ну, по крайней мере, информационно это уже есть. Соединенные Штаты будут увеличивать санкционное давление на Иран, если они подымут вопрос о продаже ракет. Ну, сами по себе ракеты – это примерно такие же, как «Искандеры». То есть мы примерно знаем, как с ними бороться. Тем более точность, конечно, даже хуже, чем у «Искандера». То есть у них проблемы у иранцев и проблемы с точностью. То есть с позиционированием ракет такого уровня. Кирил Буданок, керівник головного управління розвідки, повідомив наступне, пане Романе, що анонсував нові атаки Свободної Росії, Легіону Свободної Росії і РДК на, я так розумію, на Курську, Білгородську і інші області. Скажіть, будь ласка, наскільки це допомагає фронту і загалом це вважаєте ви хорошим тактичним ходом, використовуючи росіян, які атакують Росію з території України?
Главное переименовать в этих всех корпусах российские на что-то другое. И вот на любое другое, на белгородский, курский, брянский, для того, чтобы не звучало российский, русский или что-то с этим связанное. И тогда это будет понятно и принято обществом, и понятно, почему мы их поддерживаем. Потому что россиян, ну, хорошие россияне будут убивать, в конце концов, наших детей. Плохие нас убивают, а хорошие будут наших детей убивать, потому что они ж воюют не за развал Российской империи. Они воюют за смену режима, но за удержание Российской империи в границах. И вот здесь есть большая проблема, потому что пока будет существовать Российская империя, это будет загроза, это будет проблема, угроза для существования Украины и нашей нации. Потому вот эти моменты надо утрясать. И разведкам, понятно, разведки работают на сейчас, может быть, на завтра. Надо работать на послезавтра и на годы вперед, видеть эту проблему и ее уже изначально убирать. Потому переименуйте РДК в какой-нибудь БДК, Белгородской, Брянской, и будет тогда восприниматься грамотно, правильно, и задачи все-таки им ставьте, то есть или ставьте, или с ними согласовывайте задачи по развалу Российской империи, по отделению от России, по тому же принципу, по которому хотел Путин отделить Донбасс и Крым. Такой же самый принцип, то есть образуйте на колени, соберитесь втроем, допустим, возле какого-нибудь дерева в Брянской или Курской или Белгородской области, организуйте Брянскую народную республику, 3 человека поставили подписи, один председатель, другой премьер-министр, третий начальник или там командующий вооруженными силами Брянской Народной Республики, и боритесь за отделение Брянской Народной Республики от Российской Федерации. И тогда понятно сам процесс. А сами действия как таковые, они, конечно, положительны для нас. Дело в том, что они растягивают фронт. Чем дальше от фронта будут проводиться боевые действия, тем больше сил, средств россиянам придется с фронта снимать или не отправлять, по крайней мере, и для того, чтобы они не давили на линию боевого соприкосновения. Потому действия очень правильные, грамотные, то есть молодцы наши гуровцы, что занимаются ими, но вот сопровождение информационное надо чуть подправить. Пане Романе, по тимчасово окупованому Криму бачимо, що з останніх півтора місяця Збройні сили України дуже потужно взялися за наш півострів тимчасово окупований. Що відомо, що вперше з повномасштабного вторгнення Росії в Україну кримський міст Керченський цілу ніч не працював. Росія змушена була його перекрити. Чи можуть це бути наслідки якихось дій наших спецслужб? У росіян є своя розвідка. Ну, они, да и КГБ, это, в конце концов, чуть ли не столетняя уже организация, которая проросла вдоль и в поперек. И в Украине, наверное, самое больше, чем в любой другой республике, есть сотрудников ФСБ, кротов и тех людей, которые выполняют задачи разведки для ФСБ, для КГБ, я бы так сказал. У них есть определенный информационный поток, потому они могут знать о готовящихся или уже производимых определенных операциях. И данные КГБ, естественно, уже по данным КГБ россияне выполняют вот такие и закрытия, и прикрытия моста, перевод его в более высокие степени обороны готовности. Потому это, скорее всего, действие именно вот этой разведки, российской разведки. Ну, пусть перекрывают, по большому счету, нам тоже не нужно лишние жертвы при выводе моста из строя. Потому будет выполнен удар по мосту, или он будет отложен, или будет выполнен другой комбинированный удар. Это уже знают наши вооруженные силы, они разбираются с этим делом. Ну а перекрыть то, что мост будет перекрыт,
И постоянно это перекрытие будет в ближайшее время. Скорее всего, могут вообще закрыть, полностью закрыть мост, так как будет постоянный, то есть будет постоянная угроза удара по нему. Подлетное время наших ракет, ну, несколько десятков минут, в зависимости от дальности пуска. Потому они просто могут не успеть перекрывать мост, когда кто-то там уже находится, или убрать. Потому они могут полностью его перекрыть и остановить. Не просто так вот они пытаются уже проложить новую ветку железнодорожную по суходолу, так сказать, вот строят через Калину железнодорожный мост для того, чтобы соединить Ростов, подсоединить к ветке Мариуполь-Волноваха. И эти действия как раз говорят о том, что они уже готовы потерять Керченский мост, да, вот эта ветка, готовы потерять Керченский мост в качестве логістичної цепочки. Якщо говорити далі про тимчасово окупований Крим, пане Романе, також з'явилася інформація, по-перше, що виявили вогневі точки. Наш партизанський рух АТЕШ демонструє, що як мінімум в Євпаторії є 4 вогневих рубежа. Що це означає? Що ми бачимо, що відбувається в Криму. А також стало відомо, що після удару по підводній лодці Ростов-на-Дону 13 вересня все ж таки були також і жертви. Тобто всі, хто працювали окупанти в цій бухті, вони отримали поранення, і зараз окупаційна влада збирає для них кошти. Теж хороша інформація. Загалом по Криму радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк каже наступне, що ми поступово беремо Крим під вогневий повний контроль. Крим переходить, ну, по крайній мірі, поки ми в початку цього процесу, Подоляк правильно говорить, постепенно, в початку процесу завоювання превосходства в воздухе. З авіаційної точки зрення це іменно так називається. Що це підрозуміває? Завоювання превосходства в воздухе – це коли любой объект в воздухе, наш объект, не может быть подвержен какому-то удару с земли, то есть и с воздуха в том числе. Уничтожается ПВО противника, отгоняются авиация противника и уничтожаются те же огневые точки, с которых могут работать россияне по воздушному объекту. Уничтожение, начиная с вышек Бойко, на вышках Бойко были сняты и уничтожены или разобраны системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы российских. Значит, рубеж подхода безопасного к Крыму, он уже подвинулся ближе к западному побережью. После этого были уничтожены системы загоризонтной связи радиотехнических войск российских. После этого были уничтожены как минимум два комплекса С-400 на западном берегу. После этого пошли ракеты уже беспрепятственно практически, пошли ракеты по командным пунктам, закрытым пунктам, по тем же лодкам и кораблям. Удары, а это уже крылатые ракеты заходят, как к себе домой называется. Ну, к себе домой мы и заходим. Крым – это наш полуостров. То есть с запада идет волна зачистки, с запада на восток идет волна зачистки от ПВО противника, завоевания превосходства в воздухе. А это и есть. А вот дальше, когда уже начинают заходить ракеты, это уже мы берем под огневой контроль наземную часть, то есть поверхность Крымского полуострова. Вот это то, что говорит Подоляк. Берем в начале пути по огневому контролю всего полуострова. Пане Романе, яскравий прихильник України, який завжди допомагає, який завжди радить те, що необхідно для наступальних дій, це колишній командувач сухопутніх військ Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес. Ну, можна сказати, що генерал зірвався, тому що він дуже сильно розкритикував всіх критиків наступальних дій Збройних сил в Україні. Він сказав наступне, що люди, експерти на Заході абсолютно не розуміють, що відбувається в цій війні. Вони сидять за 8 тисяч кілометрів на диванах і не розуміють, що Збройні сили України наступають і просуваються, не маючи
переваги в повітрі, тобто не маючи цієї доктрини натівської? Так і є. Бен Ходжес, він прикриває Україну і в інформаційному полі теж. Понимая, снимая информацию с информационного поля. Только он дальше не договаривает, скорее всего, еще и политик, генерал еще и политик. Реально информацию, которую черпают те информационные, западные информационные агентства касательно нашего наступления, она практически в унисон идет с ИПСО российским. О том, что украинское наступление захлебнулось, все остановилось, ну и так далее и тому подобное. Они просто ретранслируют, мультиплицируют именно эту информацию. До этого уже Ходжес, конечно, не доходит, чтобы не сильно обижать, по крайней мере, все-таки свое сообщество информационное. Но мы можем это сказать. То есть это мультипликация, генерация некоторых ИПСО, которая идет из российских центров информационно-психологических спецопераций. В основном это ФСБшные центры или ГРУшные центры российские. Они иногда генерируют эту информацию и забрасывают ее в информационное поле, печатаясь даже на западных площадках и в информационных агентствах. То есть вот так это все работает. Ну а дальше мультипликация уже возвращается обратно, вроде как очищенная со стороны Запада, с западных площадок. Потому Бен Ходжес уже и здесь начинает работать. Ему можно сказать только спасибо за такую поддержку в этом смысле. Ну, а наступление наше, оно идет согласно тех графиков, которые были расписаны в начале наступления, приняты определенные решения. Есть негативные моменты, связанные как раз с недопоставками тех сил и средств, которые были расписаны. Ну, то есть, если абрамсы еще не на поле боя не вышли, ну, так быстрее же оно все не пойдет. А помимо абрамсов, допустим, это абрамсы мы в информационном поле слышим, помимо абрамсов таких недопоставок еще по разным позициям очень много. Ну, и главная концепция, которую говорит Бен Ходжес, однозначно. То есть, отсутствие авиации не дает возможности двигаться так, как привыкли последнее время 30 лет двигаться западные армии. То есть без авиации это окопная война 100 лет, 100-летней давности, не более того. А если дальше, опять же, если Бен Ходжес дальше шаг, а он его сделает однозначно, дайте сотню самолетов украинским летчикам, и скорость увеличится в разу в 10. Движение. Вот такое действие, скорее всего, оно ближайшее, скорее, где-то на весну следующего года и будет. Пане Романе, згадаємо вагнерівців. Вчора ми їх згадували, що вони повертаються на фронт під Бахмут. І стало відомо, що також ми знаємо, що вагнерівці працюють і в Африці. І є в нас відео, як вони злітали з Іл-76, покидали Малі. Цілком ймовірно, що вони покидали, відповідно, Африку, аби перебратися на фронт в Україну. Але вони самоліквідувалися. 140 вагнерівців вже більше нікуди не підуть. Ну, от бачимо відео, і зараз там буде легенький хлопок, як кажуть в Росії. Пане Романе, загалом, от якщо говорити про вагнерівців, чи слід очікувати на... Ну, ми розуміємо, що якась частина їх залишилася. Чи слід від них очікувати якихось серйозних дій, зважаючи, що тепер вони під Мінобороною, а не під Пригожиним? Ну, по крайній мірі, по відео видно, що самоліт садився, причому з дуже великим перельотом. Перелет больше, то есть на вторую часть полосы, это летчик, который заходил на посадку, ну, или сильно зеленый, или сильно пьяный. То есть так перелететь, это просто нереально. Естественно, он не смог просто затормозить, это не хватило полосы. Для этого вот эта посадка у него, то есть вот он сел, получается, уже перелетев как минимум середину полосы, вот он тормозит, не получается у него затормозить, выходит на грунтовку, и дальше, скорее всего, обрыв или какой-то овраг, остановиться невозможно, он переворачивается, и вот взрыв, это уже
отминусование вагнеровцев в реальном времени, можно так сказать. Как что там было в начале, либо он взлетал, прекратил взлет и начал тормозить, либо он садился, но, скорее всего, садился. И, ну, надо меньше пить. Россиянам, у россиян большая проблема, им надо меньше пить. А вот именно эту проблему за них может решить исламизация Российской Федерации. Исламизация, потому что только ислам может помочь россиянам уйти от этой пагубной привычки. Даже вот и летный состав она коснулась, вернее, просто коснулась, она их убивает вместе с вагнеровцами. Потому пока Российская империя не распадется на исламские государства, проблема вот эта будет постоянно. Ну, хотя я думаю, пусть пока не побьются вот в таком режиме все сначала, а потом уже пусть распадаются и исламизируются. Это оптимальный вариант. І, власне, те, що я казав по фронту, анонсував, пане Романе, дрони, розвідники окупантів, які вони публікують в себе в телеграм-каналах, показують наступне, що вони б'ють, намагаються бити по наших позиціях в районі населеного пункту Вербове, в кілометрі від цього населеного пункту. Ми розуміємо, що один кілометр – це значно більше просування, ніж нам демонструють карти Deep State. Що кажуть загалом окупанти, що вони хаотично побоюються за цей фронт і вже не кидають резерви під Новопрокопівку і Вербове, а на півночі Токмака ще більше добудовують оборонні споруди. І знову ж таки є фотографії, як вони кладуть величезну кількість таких огороджень. Вони зараз почали вдоль траси Токмак Новопрокоповка или с Новопрокоповки на Токмак вдоль трассы отрывать линии обороны. Но это не линия обороны, это больше похоже на укрепрайон, но это ж как, это они думают, что мы по трассе пойдем. Это там, где они отрылись, отойди в сторону там на километр-два параллельно с трассой и можно двигаться. То есть немножко глупые действия в этом смысле. Ну пусть делают, пусть роют, тренируются, по крайней мере, зарывать трупы своих солдат. А мы пойдем, скорее всего, чуть восточнее. Сейчас это видно, движение в сторону того же Вербового. Действительно, мы в последних, вот исходя из тех данных, которые даже сами россияне передают и показывают с дронов, мы уже в их последних окопах. Это последний рубеж основной сплошной линии обороны, которую мы уже прошли. То есть последний рубеж – это вот эти сплошные окопы. Мы в них уже находимся, они уже по нам пытаются работать в этих окопах. И Вербовое, и Новопрокоповка – это такие опорники, которые либо будем обходить, ну, в районе того же Вербового мы обходим с севера и с юга, обходим его, будем брать в полуокружение. Там часть Вербового уже в серой зоне. Россиян в северо-западной части Вербового уже нет. Они попадают под наш минометный огонь, потому прекрасно понимают, отошли на юго-восточную часть Вербового. Ну и в районе Новопрокоповки такие же маневры проводятся. Обходим с северо-запада и северо-востока Новопрокоповку. То есть нашей тактикой, которая уже себя зарекомендовала довольно-таки неплохо, обходим опорный пункт, эти села уже как опорные пункты, дальше выдавливаем огнем или штурмами, выдавливаем россиян. Но они уходят, они как только понимают, что мы начинаем контролировать с помощью минометов, легких минометов 82-х, контролировать входы-выходы на опорник, они уходят с этого опорника. Потому, скорее всего, такая тактика будет применяться. Но мы уже на последнем рубеже российской обороны этой основной линии. Еще до Токмака очень много очаговых гарнизонных оборонительных укреплений, но там уже будет чуть проще двигаться, там и техника может уже пойти, авиация подработать попроще в этом смысле будет. Но вот сейчас идут бои именно вот в районе этого последнего рубежа
по этих линиях окопов российских. На завершення посолка Сполучених Штатів Америки при Північно-Атлантичному альянсі Джуліана Сміт каже наступне, що Сполучені Штати Америки почнуть виробляти більше снарядів, в тому числі для України і для своїх потреб і країн-членів НАТО. Загалом, як ви вважаєте, пане Романе, в світлі того, що багато хто вже і в НАТО, і в Німеччині, і от Шойгу сказав міністр оборони Російської Федерації, що війна буде ще тривати мінімум кілька років, ми не знаємо, в яких фазах, в яких стадіях. Чи виникнуть у нас різка потреба в боєприпасах? Вона і так в нас є, але чи вона буде погіршувати, чи все ж таки наші союзники будуть розуміти, усвідомлювати це і нарощуватимуть потенціал військовий? То, что Российская империя будет распадаться, уже все с этим смирились. Это уже все на Западе понимают, уже просчитывают действия, начиная от экономистов, бизнесменов, финансистов и военных в том числе. Потому как только военная индустрия видит, что впереди, допустим, какой-то конфликт на какие-то года, и на какое-то время, она начинает подстраиваться, потому что большая часть – это частные компании, которые планируют финансирование, кредиты, новые рабочие места, станки. Ну, там целый процесс, который уже запустился. Это уже понятно, он уже запущен. Это то, что сейчас политики в эфир, то, что мы слышим в эфире от политиков, это уже констатация факта, то есть вся военная машина запустилась, и дальше идут просто планирования таких или таких действий. Потому, исходя из того видения, которое, ну, по крайней мере, еще и налаживается в выборы в Соединенных Штатах, нам еще следующий год воевать в таком же режиме, как вот мы сейчас воюем с российской армией, до полного ее разгрома на нашей территории. Выход на госграницу где-то через год, на сентябрь следующего года, за месяц-два до выборов президента Америки. Байден без победы над Россией, без разгрома российской армии на территории Украины, он не переизберется, и демократы могут отойти от руля в Белом доме, они этого точно не позволят. То есть сейчас все силы в администрации Белого дома будут направлены на то, чтобы разгромить российскую армию, естественно, нашими руками, потому что украинская армия воюет. И то увеличение производства и снарядов, и техники, которое сейчас видно, причем оно видно было еще с конца прошлого года, то есть начало этого, когда включились программы, допустим, по замещению тех же ракет «Атакамс». Вот не просто так мы сейчас получим, мы реально можем получить как минимум до 500 ракет «Атакамс», потому что в начале этого года запустилась программа по замещению «Атакамсов» ракетами «ПЕРИ-СМ». Это вот без конфликта с Россией бы не произошло. То есть целые программы, они по времени просто растянут. Это не дни, не месяц, это иногда года. И вот то, о чем говорят и послы, и дипломаты, и то, что мы слышим, это как раз вот уже отголоски тех действий, которые происходят. И военная машина начала проворачиваться. Американцы сейчас запускают в производство гиперзвуковые ракеты, только они у них летают и выполняют боевые задачи. Запускают в производство, опять же, те же беспилотники в больших количествах. Сейчас очередь стала к компаниям на закупку авиации, ракетной техники. То есть военная машина получила финансирование, причем и со стороны это финансирование идет. Не только внутреннее государственное, еще и внешнее в закупках с других стран. Потому однозначно нас будут поддерживать, расписали уже нашу победу, я бы даже так сказал, расписали нашу победу и развал России. А то, что развал России будет в конце концов в течение где-то нескольких лет, а так до 10 лет она будет разваливаться на национальные образования, которые будут давать некоторые вспышки пограничных конфликтов. Вот эти пограничные конфликты могут и до нас докатываться, потому на наших восточных рубежах
надо будет разворачивать армию, то есть та армия профессиональная, которая будет к этому времени создана, она будет удерживать границу в 1000 километров, Украина российскую или Украина какую-то восточную, и также будут нужны будут боеприпасы, в том числе, и на это все уже идет, еще идет, на это все идет расчет. Ну и, скорее всего, впереди все-таки войны на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке один из таких очагов – это Иран, иранское противостояние со всем ближневосточным миром. И еще и туда также это все видно. Тайвань вряд ли будет воевать. Северная Корея успокоится, скорее всего, ее успокоит. А вот Ближний Восток, вот ближайшие, опять же, те же 5, 7, 10 лет, он будет воевать. Потому вся эта военная машина запускается. Запускается с помощью, в том числе, и нашей войны. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, 28 вересня на календарі, це є п'ятниця. Не забувайте обов'язково ставити лайки для просування відео в рекомендації YouTube, коментувати і підписуватись. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.